Стремительной, но грациозной походкой Ольга Бузова молниеносно начала подниматься по карьерной лестнице в самую высь. За последние 2 года телеведущая увеличила свою популярность и узнаваемость в десятки раз по сравнению с предыдущими годами. Многие фанаты певицы уверены, что столь упорный труд, настойчивость и сила характера помогли Ольге добиться небывалых высот в столь молодом возрасте. И это неудивительно. Актриса мало спит, весь день и свободное время отдает работе и саморазвитию, реализации и воплощении планов в жизнь. Однако не все разделяют мнение фолловера о трудоголизме и амбициозности кумира. Большая часть хейтеров Бузовой уверена, что ее успех в творчестве и признании напрямую связан с дьяволом. По их словам, она поклоняется самому Бафомету, взамен получая земные блага. Но беспокойство и контакт со злыми силами может серьезно вредить язычнице. В качестве примера платы за успех Ольги подписчики приводят в качестве аргументов ее затянувшиеся простуды, срывы концертов, а главное долгое одиночество, которое разбавляется депрессией и страданиями за отсутствие второй половинки. На новой фотосессии Ольга предстала поистине в дьявольском наряде. На ее золотистом платье красовалась кружевная вышивка в форме головы Бафомета. Также Ольга показала двупалый жест, который используют сатанисты при проведении своих обрядов. Бузова напугала фанатов изображения дьявола на платье, а злопыхатели пишут, что предупреждали всех о ее адской религии.